Тот, кто пытается завладеть цветком, увидит вскоре... Тот, кто пытается завладеть цветком, увидит вскоре, как он завянет и потеряет свою красоту. А тот, кто всего лишь любуется им на лугу, получит его навсегда. Иногда ты должен побеждать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится. Ни жизнь, ни смерть не имеют конца, они лишь этапы вечности. Все всегда заканчивается хорошо. Если все заканчивалось плохо, значит, это еще не конец. Научись чему-нибудь. В наше время люди потеряли интерес к жизни. Они не скучают, не плачут, лишь ждут, когда пройдет время. Они отказались от борьбы, а жизнь отказалась от них. Это грозит и тебе. Действуй смело, иди вперед, но не отказывайся от жизни. Любовь сродни плотине. Если оставить хоть крохотную дырочку, куда может проникнуть тоненькая струйка воды, то вскоре под напором ее рухнут стены, и придет мгновение, когда уже никому не под силу будет сдерживать силу потока. Что случилось однажды, может никогда не повториться снова, но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить то, в чем нуждается. Риск одного приключения дороже тысячи дней благополучия и комфорта. Любой, кто любит, ожидая, что его возлюбят, тратит свое время. Потеря тех, в кого я влюблялась, прежде ранила мне душу. Теперь я убеждена, никто никого не может потерять, потому что никто никому не принадлежит. Вот она, истинная свобода – обладать тем, что тебе дороже всего, но не владеть этим. Позволить другому сейчас нас счастливыми означает сделать счастливым и его. В любви нет добра и зла, нет созидания и разрушения, есть лишь движение, и любовь изменяет законы природы. Избыток предосторожности разрушает душу и сердце, ибо жизнь – это акт мужества. Видимо, пустыни для того и существуют, чтобы люди радовались деревьям. Иной раз легче добиться ответа молчанием, чем задавать вопросы. Страх кончается там, где начинается неизбежное. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Не тратьте свое время на объяснения. Люди слышат только то, что хотят услышать. Цените вещи не за то, сколько они стоят, а за то, сколько они значат. Хорошо давать, когда просят, но сто крат лучше все верить тому, кто не просил ничего. Когда один день похож на другой, люди перестают замечать то хорошее, что происходит в их жизни каждый день после восхода солнца. Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину, это смертельно. Жизнь пробует и испытывает волю людей на разные лады. То сделает так, чтобы ничего не происходило вообще, то обрушит на тебя все сразу и одновременно. Все говорят в спину что угодно, а в глаза что выгодно. Наиболее грозное оружие – это слово, которое разрушает жизнь, не оставляя следов крови, и ее раны никогда не зарубцовываются. Люди никогда ничего не учат. Когда им что-то говорят, они должны выяснить это сами. Для того, чтобы осознать потерю, сначала нужно испытать искреннюю привязанность. Самые важные слова в своей жизни мы произносили молча. Самая сильная любовь та, которая не боится проявить слабость.
Это то, что мы называем любовью. Когда вас любят, вы можете делать все, что угодно во Вселенной. Когда тебя любят, совсем не нужно понимать, что происходит, потому что все происходит внутри тебя. Вся жизнь человека на Земле заключается в этом – искать вторую половину. Неважно, делает ли он вид, что идет вслед знаниям, деньгам или власти, любая цель, которую он достигнет, будет неполной, если он не смог найти свою вторую половину. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Красота – наибольший соблазнитель мужчины. Люди способны в любой момент своей жизни делать то, о чем они мечтают. Перемены происходят лишь тогда, когда мы идем наперекор тому, к чему привыкли. Жизнь иногда не бывает ни полезной. Каждая душа, которая спустилась на землю, имела причину появиться здесь. Твои глаза показывают силу твоей души. Используй каждое мгновение, чтобы потом не раскаиваться и не жалеть о том, что упустил свою молодость. Господь посылает человеку испытания в любом возрасте. Когда кто-то уходит, это потому, что кто-то еще собирается прибыть. И хотя моя цель понять, что такое любовь, и хотя я страдаю из-за тех, кому отдавал свое сердце, вижу ясно, те, кто трогают меня за душу, не могут воспламенить мою плоть, а те, кто прикасается к моей плоти, бессильны постичь мою душу. Такова природа человека. Большую часть собственных эмоций человек заменяет страхом. Ищите тех, кто думает иначе и кого вы никогда не убедите в том, что правы. Любят потому, что любят. Любовь доводов не признает. Не пытайтесь получить любовь любой ценой, потому любовь не имеет цены. В наше время последнее ничтожество прячется за маской философии, пытаясь скрыть собственное невежество.